смеется с меня. Всем привет. У нас сегодня вручение аттестатов. Мы идем проходить. Я взяла... Да просто там душно и жарко будет. Я взяла веер. Каринка с меня смеется. Говорит, как это будешь? Маркиза Помпадур. Обезьяничает. Вот наша выпускница идет. На каблуках удобно? Научилась ходить? А? А, ты кроссы? А, да, мы потом пойдем это гулять. А ну, пройдись. Мы сегодня целый день учились на каблуках ходить. Ну, нормально, мягко уже ходишь. Уже ножку мягко ставишь. Любимка у нас первый день сегодня каблуки одевает. Ты раньше не была, да, в каблуках, любим? Выбрали все-таки черное платье. Все, уже... А, вот и Лолиточка с нами идет. И Лолиточка с нами идет, или я с ними иду. Ты в кроссах идешь? Да. Все, ну все, переключимся уже. Уже на это. Ты будешь за рулем? Я буду за рулем? А. Ну там припарковаться ты не сможешь. Да? Просто, да, чуть-чуть. Все, переключимся. Может, уже в школу. Все, давай, последний раз в эту школу. Ну, с Лолиточкой. Да, да. Лолиточка ее отвезет, а мы чуть-чуть попозже. Ты что там, ты устоишь? Давай, мамаша, твои эти, делись своими впечатлениями. Зарина, мы поговорим. Ну, да. Я же тебе сказала. Ну, вот так, просто голос за кадром. Волнительно, очень. Давай, спроси меня еще раз. Спроси тебя еще раз. Мамаша, как дела? Нет, как? Ощущения. А, ощущения, хорошо. Волнительно. Ну, радостно. А у меня не волнительно, у меня радостно, да, что-то. Ну, я говорю, радостно, волнительный. Мы приехали на полчаса раньше, мы самые умные. Алло? Мы припарковались. Сидячие, все, идем. Все, мы бежим. Мы это нахлынули воспоминания. Я же приходила, когда отводила, когда они маленькие были. Вон те, вон, видишь, горшки белые. Садилась и встречала, они боялись. Она когда выходила, она должна была тетю видеть. Тогда уже она спокойная была. Блин, сколько это было 10 лет назад? Есть. А, есть, ладно. Давай зацеплю. Давай, ладно. Нет, сейчас не надо. А эти? Ну, ладно. Лю. Я думала, что... Та, сестричка, да? Ну, Люк, встань, Балас. Тетя. Тетя. Одна? Да, ты не растёшь, ты постепенно к ней. Здравствуйте. Привет. Любим. Добрый вечер, дорогие родители, гости, уважаемые педагоги, дорогие выпускники. Сегодня 19 июня 2021 года. Наперекор всем сомнениям, искушениям и бригадам, можно с радостью сказать, свершилось. 102 девятиклассников получат аттестат об основном общем образовании. Аттестат об основном общем образовании выдан Степанян Людмиле Романовне. В основном в общем образовании выдан Сейфер Даниилу Михайловичу. В жизни ведь так важен, блин, каждый момент. Важно каждым днем насладиться. Но почему же все эти 9 лет я куда-то так торопился? Слезы на щеках плачут девки, пацаны. И
Аня! Спасибо, 9 Б, скажу только одно. Сейчас после 9 класса идти работать нельзя. Придется вам еще учиться. Спасибо, 9 Б, скажу только одно. Сейчас после 9 класса идти работать нельзя. Придется вам еще учиться. Будет всем как путь не моя, пусть потерпит жари. Спасибо, дорогие друзья, за то, что поддержали. Спасибо. Готовы? И кто не расписался в книге выдачи аттестатов, не уходит, расписывается. Вы готовы? Я могу еще говорить? Прошито? Да. Не снимаю пасту. А приборы тут? Вам такие миски, да? Почему тебе выборку принесли? Как собака сейчас? Не напомнила? А, у Галит очки с семгой, у Любимки с курицей, а у Карины самый вкусный с креветками. А я сегодня морепасту им спрошу, это так вкусно, просто офигенно. Мне принесли картошку без соуса. Нужно было заказать. Можно дозаказать. А вот девушки отвернули. Все, приятно провели время. День был насыщенный, очень эмоциональный. Мы закончили 9 класс без троек, с четверками, с пятерками. Любимая у нас умница большая. На вручение аттестатов ты плакала? Такой эмоциональный, да, день очень был. Уже хочется это, домой скорее. Все, сейчас чай допиваем и едем домой. Все, всем спасибо, кто провел этот день с нами. Увидимся завтра.